Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 4 часа 25 минут. 28.05.2016 года. Появляются интересные в комментариях вопросы. Почему озвученное время одно, а ролик на Ютубе появляется значительно раньше? Ну что сказать. Многие прекрасно знают ответ на этот вопрос. Ютуб выставляет свое время. Вот. Ролик будет опять из числа беседы в скайпе. Как мне показалось, качество записи относительно нормальное будет. Есть люди, которым информацию буквально надо подавать каждый день. Я его изрядно порезал. Из 30 минут убрал половину, в моем понимании, лишнего. Вот, поэтому там, если вы обратили внимание, иногда у меня речь в роликах скачет. То есть многие не понимают, что это не я перепрыгаю с темы на темы, а монтаж создает иллюзию, что я перескакиваю с одного вопроса на другой. Возможно, в этом ролике будут озвучены те вопросы, которые мне иногда задают и ВКонтакте, и в других приложениях. В ролик я вмонтировал картинки, хочу, чтобы вы обратили на них особое внимание. Картинки выкладываю исключительно благодаря Илье Ящишину. Спасибо, Илья, что подсказал хороший ход. Дело в том, что природа, она сама показывает наглядно доказательство, что наш мир полностью весь сотовый. Для тех, кто думает, что наша планета выглядит так именно, как нам ее нарисовали. Ну, собственно, далее идет беседа в скайпе. Чтобы я постоянно договорил интересную информацию, я понял, что в процессе беседы я могу озвучить какие-то интересные вещи, поэтому я всегда включаю звуковую запись. Ну, просто интересно я буду озвучивать, я выложу на YouTube. То есть это я тебе сообщаю, что я пишу наш разговор, который либо пойдет на мой канал, может, ты видел, у меня есть это. Да, либо не пойдет. Все зависит вот от того, что я озвучу. Я понял. Если не, я могу даже тебя вырезать, и там будет чисто только мой диалог. Чтобы все, что ты делаешь, ты молодец. Вот я тебе скажу так. Я в поиске этой правдивой информации. Я искал эту информацию изо дня в день. Вот насчет того, что вот откуда взялись там даже те же самые динозавры. Да. И все остальное мне уже стало понятно. Вот ты мне элементарно разжевал, сказал. Да, это действительно там, блин, сечеек были. То есть простым языком человеческим, не забивая мозги там всякой брахманикой. Ты смотри. Да. Я к этой информации шел очень долго, по крупинкам ее собирал. Вот. Есть, знаешь, у Беляева произведение, такой был писатель-фантаст, прочитал, когда там один пастор пытался индусов превратить в христианскую веру и жалуется своему коллеге, говорит, ты знаешь, говорит, ну не могу, вот вроде кресты носят на шее, а в кармане всегда амулет прячут. То есть я могу и христосаться, я могу, как говорится, и в церковь ходить, но я все равно ведической. То есть, чтобы отторжения не было, понял? Потому что люди настолько не подготовлены, что лучше их не бесить. Да. Ну да, я слушаю. Все выкладывал. И он умничка. Я ему так благодарен, что он... Работяга. Да. Сколько вот тебя срут, его срут, ну... Я, Макс, я в одном ролике, кстати, предположил, чтобы если бы, представим с тобой, Макс, гипотетически, что если бы мой ролик первый вышел бы в виде шоу, возможно, на него внимание не так бы обратили. Вот я что-то анализирую. Да. Я тоже это подметил, пошел. 100%. Да, да, да. Ну, твоя информация, насколько уникальна, насколько вообще, я тоже, я просто рад. Ну как, ну в моем понимании война давно идет, ну хотя бы последние 100 лет, допустим, я отчет иду с 14 года, 1914 года. Можно и раньше копать, но то, что мы можем ощутить своим внутренним миром, это идет с 14 года. Да, я слушаю. Я в Харькове был много раз, кстати, на Барбашова. Здорово, да, Барбашка. Как твое мнение насчет нашей войны?
начали голову поднимать, или начали люди понимать что-то, из-за чего нас так начали рубить власти? Как ты думаешь? Да я не думаю, я знаю все ответы. Я в силу территориального проживания стараюсь эти темы обходить, но я тебе отвечу, я буду постоянно приводить примеры. Вот смотри, Европа, грубо говоря, за последние 200 лет появилась таким образом. Была, допустим, на территории Азии единая страна. И в Испанию, она еще тогда не была Испания, прибыли темные и говорят, части испанцам говорят, вы знаете, говорят, вы ж вообще великие, чего вы от них зависите, от этих? Вы давайте, испанцы, маленько отделитесь и будете полностью автономны. И раз, на карте появилась Испания. Потом они идут дальше. Вы ж французы. Они вообще и не знали, что они французы. Не, вы французы. Вам надо от этой страны отделиться. И вот смотри, за последние 200 лет, 200 лет назад было на карте, грубо говоря, от силы 5 стран. А сейчас их 250 стран. То есть они приходят в каждую страну, у них принцип, тактика одна. Разделяй, стравливай и властвуй. Да. То есть это если взять живой организм, ну, к примеру, муравья, это цельный организм. Вот от него лапку оторвали, назвали это, допустим, Франция. Потом другую лапку от него оторвали, назвали Испания. Третью лапку Германия. А муравей-то погибает, хотя это цельный организм. То же самое было 200 лет назад. Была единая территория с единым языком, с едиными порядками и так далее. А за 200 лет смотри, как они продвинулись. Поэтому не знаю, удалось ли мне ответить обширно. Я понял. Отношусь положительно к тем людям, даже если он, пускай будет негр, но если у него внутри сущность человека, то ничего страшного. Иногда бывает, крайне редко, сущность даже в наказание может попасть в негра, если он при жизни славянин линчевал негра, ну, всякое бывало, то ему в наказание могут загнать в сущность негра, чтобы он почувствовал это на своей шкуре. Белых душой осталось, светлых, вот Русь это свет, светлых душой все меньше остается. Просто наша речь нас спасает, потому что наша речь на нас делает, хотя она уже искалечена, но она... Любая славянская речка, я вот недавно слушал сербский язык, я поразился. Вот я изучал, пытался изучить оригинальные рукописи Велесовой книги, еще на древнеславянском языке. И меня поразило, что всех языков существующих, славянских, сербский максимально ближе приближен про языку, который был 200 лет назад. Я понял, Слав. Что там делить? Не для меня нету такого понятия и вообще других названий стран мира. Сейчас объясню. Мы ее никогда не видели, в руках не держали. А если кто-то на карте что-то нарисовал, нам, знаешь, получается, на карте тоже нарисовали, что наша земля маленькая. Вот. Ну да. Поэтому если там кто-то нарисовал там или США, это все где-то эфемерно. То есть это ничего не означает вообще. Есть земля. Вот землю мы можем взять, землю мы можем пощупать, на земле вырастить, построить. А если землю уничтожает, то как ты ее ни назови, там Канада или Франция, роли не меняет. Это ловушка, на которую темные поймали. То есть у нас, у людей в голове крепко сидит, что есть страны. А если взять это на живом существе, на муравье показать, разделенным на части, и любой человек скажет, да склейте ему ноги обратно, что ж вы животное мучаете? А земля то же самое. Отделили, понял, как бы это грудинка, это ошеек, это... Слава, вот еще вопрос, смотри, вот, ну хорошо, мы узнали это все ячейковая земля, все хорошо, все с этим понятно. Дальше, что делать с саморазвитием, вот, по твоему мнению? Ну это вопрос века. Всегда позиционирую с тем человеком, что я не всегда готов отвечать на те или иные вопросы, когда не чувствую, что я готов к ответу. Я могу, конечно, вообще признанными терминами, там, читайте книги. Хорошо, там. Как ты чувствуешь это? Что должно быть? Ну, я могу сказать, что я понял. У нас есть внешний мир, в котором мы живем постоянно, там, заботы, вот это вот все, вот весь мусор, который переживания, все остальное. Ну, то есть есть еще и духовный мир, в котором мы... Каждый человек себе что-то... Ну, я уловил, я вот. Сейчас я отвечу, я просто мысли сейчас потеряю. Как правило, всегда озвучить те вещи, которые в необщепринятом понимании, и их, конечно, можно найти, то, что я озвучиваю, но они не распространенные.
Чтобы человек рос, Вселенная работает по интересным принципам. Чтобы человек сам развивался, получал знания и совершенствовался, ему нужно постоянно отдавать. Что я имею в виду? То есть, представим гипотетически, ты общаешься с человеком, с каким-то из своего окружения, и ты ему пытаешься передать те знания, которые он не владеет, и он их осознает. И в этот момент происходит чудо. Когда ты отдаешь, у тебя получается, это если с компьютером сравнить, это освобождается, ты информацию с жесткого диска убрал, и у тебя остается информация для поступления новой. Вот чем я постоянно занимаюсь? Я постоянно отдаю знания, чтобы у меня освободилось место на моем винчестере, чтобы была дополнительная информация, чтобы я новую мог получать. Это как воздушный шарик. Если его все время надувать, он лопнет. Поэтому его надо надувать и, скажем так, делать небольшие отверстия, чтобы воздух выходил. Знание то же самое. Чтобы ты мог дальше идти развиваться, это надо попытаться хотя бы одного человека развить. Ну, не настырно, а нехотя и плавно, походя намеками. Только так. Потому что ты не сдвинешься. Вот почему пирамиды, я фигуру речи сейчас выбираю, рушились? Потому что верхи не давали знания низам, пирамида превращалась в плоскость. И вот, кстати, темные, они потихонечку, кстати, тут же с двух кранов льется информация. Темные все прекрасно понимают тоже. И поэтому они, чтобы не погибли, они тоже нам дают знания. И светлые дают. Павел, я извиняюсь, ты мне расскажи подробнее о темных, потому что я до этого не черпал эту информацию, как бы и не интересовался. Что значит темные? Темные, которые при нас. Ну, практически все, но я, может... Ну, смысл выучить. Такой, на живую природу. Мы пчелы, в нашу локацию прилетели шершни. Они создали генетических мутантов, то есть взяли, хорошо владели Ты хочешь сказать это про их или про кого? Я бы не брал бы, есть люди, которые критично относятся, говорят, что все... Ну, их принято называть, хотя я сейчас ввожу новый термин, мерды. То есть есть мерды. Я как-то искал мерды, перевод их переводит. Ну, это настоящее их название, да. В нашем случае, да. То есть это... Они не люди, они вообще к гуманоидам никакого отношения не имеют. Гуманоидному типу. То есть это равносильно, если комар на тебя сел, и ты его прихлопнул. То же самое этот... Ну, их надо еще как бы распознавать. Распознавать несложно, как говорится, если они... Понял, да, я смотрел. Поэтому они, естественно, не люди. Да, вот, про тёмных. Вот, и вот эти... Есть высший предиктор, который создал для нас управителей и как бы какое-то время курировал эту ячейку, но сейчас он удалился. Самый верховный главнокомандующий в 96-м году удалился, офицерский состав в 2012-м. Ну и там остались незначительные гауляйтеры, которые не сильно принципиальные. Ну а эти же, которые наверху власти, это все вот это... Это не люди, которые управляют миром, у них задача... Задача, мы не о том думаем. У них задача вообще вначале уничтожить полностью людей с белой кожей, неважно там американец или там поляк. Главное, чтобы не было в этой ячейке людей с белой кожей. Потом возьмутся за черных, за красных, желтых они всегда напоследок. Насколько я смотрел твои ролики, там было сказано, что ты говорил, что в принципе белые это коренное население этой, в принципе, ячейки. Ну мы первые сюда прибыли, когда тут самые первые были. Да. Мы самые первые были. Вот, а всех остальных это подселили. А сейчас зачем уничтожать? Потому что мы более развитые, чем остальные, или как? Давай рассмотрим ситуацию военных действий. Потому что война идет в глобальных масштабах по всем ячейкам. Если нам сейчас отпустить, то мы начнем развиваться. И мало то, что мы поумнеем, мы окрепнем и сильнее станем. Мы можем потом перемещаться в другие ячейки и помогать нашим сородичам. Ну да, я уже понял. Ну, в принципе, да. То есть, ну, мы, получается, самые развитые из этих всех, умственно и как бы... Развитые не потому, что шибко белые, а просто наши сущности в этой вселенной живут миллиарды лет. Они как дети, то есть нельзя сказать, что они плохие, сравнивать 5-летнего ребенка и 30-летнего мужчину.
кто из них плохой, кто из них хороший. Негры желтые это дети пятилетние. Просто эволюционно. По ним видно. У них очень примитивно там, они. Вот. Поэтому ну, на... это чисто стратегически. Ничего, как говорится, сложного. Чисто стратегия. Отпусти нас, мы начнем размножаться, жить по нашим канонам, не меньше 16 детей. Прикинь, какая прогрессия пойдет. Поэтому, чтобы нам нигде не было селиться, они стараются ячейку безземельное пространство превратить. Сейчас же работы до сих пор идут. Мы, может, не станем свидетелями, как Америка пойдет ко дну, но она пойдет. Да, я слушаю. Что ты говоришь, японцы, китайцы тоже были развиты, они, говорят, тоже были. Японцы, китайцы, что они, насколько они так развились быстро. Спасибо, ты мне как в футболе пас даешь, очень, очень такую... Мне даже не надо голову ломать, даже не надо не мои знания использовать, а использовать просто исторические достоверные факты. Дело в том, что когда существовала страна под названием СССР, на протяжении 70 лет создавали большое количество информации, которые, как правило, шли либо в патентные бюро, либо были такие журналы «Юный техник», ну не помню, как они назывались, там было 5 видов. Был такой период, когда... даже еще до развала Советского Союза, все вот эти знания наших изобретателей, которые 70 лет собирались, тупо передали японцам. Да? Да. Вот так вот, вот так вот резко полностью все картотеки за 70 лет нашими разработчиками. Класс. Японская, то есть китайская стена. Пушки направлены не в сторону... противника, в сторону Китая. Ну да, ее строили, кстати, это третья китайская стена. Есть еще более старая. Я бы не делил бы китайцев, японцев, гонговцев и другие схожие народы. Корейцев, да. Это вообще один народ, назовем их условно чинайцы. Их ни в коем случае нельзя называть азиаты. Потому что, если изучать этимологию древнюю, Азия – это Асия. А мы являемся прямыми потомками родов асов. В нерусскоязычных картах ты можешь найти, что там написано не Азия, а Асия. То есть страна асов. И раса, а также эта аббревиатура расшифровывается, роды асов, страны асов. Вот, поэтому их нельзя называть азиаты. Мы им постоянно отдаем самое лучшее. Точно так же, как отдали жид, жизнь дающий, или ев, это первый, рей, это, грубо говоря, парус, то есть, который ведет. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание.